Там девушка, вы писали вот адрес там. Куда поставить? А вот то, что совсем людей не пришло. Не, могу использовать. Возможностью отправить телеграмму. Володя сам сидит, он же за кого сидит? За всех нас, за весь народ наш, за то, чтобы, значит, у нас в стране произошли кардинальные изменения. За что он боролся? И поэтому все, кто на свободе, они просто обязаны, как люди, как граждане, вот, помнить о нем, уважать его, поддерживать его. Здесь вот по кустам ходят люди из правоохранительных органов, которые наверняка следят, кто подошел, кто что, и показать им, в том числе через них, о том, что убеждения и правота Владимира Ивановича неоспоримы, и какие бы жесточайшие репрессии не применялись в отношении представителей оппозиции, но тем не менее мы есть. И слухи о нашей политической смерти сильно преувеличены.